Ребята, всем привет! Мы находимся в Ленинградской области, недалеко от города Кировск. Вот, и сейчас мы пойдем, и я вам покажу еще объект с фальцевой кровлей, который буквально недавно завершился. До этого не было каких-то там, ну, предварительных видео, как начиналось, потому что не было времени сюда, ну, так часто приезжать и снимать. Поэтому сейчас пойдем, я покажу, как по факту, что получилось, и расскажу о нем. Все, пойдемте. Так, и вот, друзья, мы поднялись на леса. Леса здесь тоже хорошие, как видите. Значит, давайте снизу начнем. То есть чердак у нас холодный. Вот. И здесь будет подшива из дерева. Вот, и будут щели, и забор воздуха в холодный чердак будет происходить из-под карниза. Лобовая доска выполнена в металле тоже. Вот так вот. Далее. Подвесной желоб Aquasystem 150. Снегозадержание Orima. У нас кронштейны здесь стоят на каждом фальце. Это более уверенно. Скат примерно 25 градусов. Вот, поэтому снег отсюда будет сходить хорошо. Поэтому для уверенности здесь в каждый фальц поставлены зажимы. Далее. Здесь у нас привязано такая временная труба, потому что нельзя пока поставить саму водосточную систему, пока не готов конечный результат фасада дома. Вот здесь у нас объемные коньки такие. Да, я забыл сказать, что забор воздуха идет из-под карниза, и на самом верху вон там вентилируемый конек, то есть оттуда выходит. То есть циркуляция воздуха хорошая. И особо здесь показывать-то и нечего. Обычная четырехскатная кровля вальмовая. Вот подвесные желоба, двойной стоячий фальц, объемные хребтовые коньки. Вот. И две трубы. Я сейчас по кругу пройду, просто покажу. Колпаков пока нету, потому что нет ни труб, ничего. Вот. Колпаки желательно делать, когда уже будут сами трубы выходить, и тогда уже их монтировать. Ну, чтобы не снимать колпак, не ставить обратно. Вот. Лучше делать по факту. Далее. Ну, в принципе, здесь показывать даже нечего. Ролик будет такой, наверное, коротенький. Вот. Просто по кругу пройду. Даже на крышу подниматься не буду. Показывать, как трубы. Ну, обычный фартук, обычный обход. Обшили все картинами. Тоже металлом. Вот, и осталось только колпаки. Здесь ничего такого особого и нету. Вот. Здесь вообще простой скат. Ну вот. Вот и вся кровля. Вот и вся кровля. По сути. Несложная. Ну, два человека, не спеша, по-моему, делали месяц. Вот. Да, месяц и что-то там, ну, дней 40. Но очень не спеша делали, ребята. Там то материал заканчивался, то еще. Это я говорю
месяц это не рабочих дней, то есть всего календарных рабочих дней я точно сказать не могу сейчас. Вот здесь, кстати, такой нюанс, что фальцы обычно закладываем и выпрямляем, то есть здесь они приходят прямо, вот, и во внутренний конверт. Как-то вот так вот. Ну и все, пойдемте запустим дрон и посмотрим, как оно сверху смотрится. Это кровля. I'm gonna turn it up and then I'm gonna take it down.